Вітаю, шановне господарство, на кухні правоборончого центру «Весна». І сьогодні темою нашої розмови буде «Болонський процес». І в нашу студію на кухню завітали господар Владимир Дунаєв, професор, сябра громадського Болонського комітету, а так само Марина Штрахова, юрист студентської ради і координатор моніторингу порушення прав студентів. Ну, на початку я, напевно, запитаюся, і я думаю, що це буде доречно і для наших глядачів, що таке Болонський процес, коли можна сказати, так скажемо, тезисно, про що це таке? Ну, на самом деле, как бы Болонський процес завершился созданием европейской системы, европейского пространства высшего образования. Сегодня то, что называлось Болонским процессом, называется европейским пространством высшего образования. И это такое уникальное явление, явление, которое, наверное, как-то так связано с некой мечтой о Европе от Лиссабона до Владивостока, единственный паневропейский успешный проект. Это прежде всего и есть Болонский процесс, а у него есть, конечно, какие-то такие признаки, которые лучше известны, там, допустим, это мобильность студентов ради того, чтобы создавать вот какую-то такую единую европейскую культуру. Это, конечно, вот особенности архитектуры образовательной, которая в большей степени отвечает вот, как раз ситуации массового образования, то, что мы знаем, как там бакалавр, магистр. На самом деле их три таких ступени: бакалавр, магистр, доктор. Вот. Это там кредитная система, это европейское измерение высшего образования. Но это вот именно то, что было зафиксировано в 1999 году, когда подписывалась Болонская декларация. Но с тех пор многое переменилось, так сказать, вот есть много новых задач, есть повестка дня на текущее десятилетие, которая, вот, наверное, так сказать, многие вопросы ставит по-другому, и прежде всего это ориентация на студентоцентричность образования. В центре системы образования должен быть студент, его интересы, его способность самостоятельно, может быть, вместе с работодателем определять траекторию своего образования. Но это и ответственность также, но это и свобода, свобода, по-настоящему академическая свобода в системе образования. Дякую великий за тлумачення. Я, конечно, могу только сказать, что в нашем контексте нашей передачи нам бы особливо цікаво было поразмовлять про такие речи, как академичные свободы, студентское самокирование и автономность университетов. И вот, Марина, как вы можете прокомментировать вот академичные свободы, разумение академичных свобод, они в наших умовах присутствуют? Ну, тяжко сказать. Эти элементы, скажем. Элементы, ну, может быть, некие элементы, конечно, да, особенно формально некие речи у нас, безумовно, існують в университетах. Академичные свободы у тем разумении, какое это у Болонской системы, особенно, это амаль что самые главные каштовности, без яких вельми тяжко уявить себе некий европейский университет и как там будут учиться студенты. И когда у нас эти свободы, они нигде не замацаваны, до Болонской системы мы пока еще не приеднались, может быть, вот худко уже будет, але ж пока еще не. У нас такого разумения, как академичные свободы, нагул нигде не замацаваны. Поэтому мы користаемся тем, что под этим разумеет той же самый Болонский процесс. Это и свобода пересовывания студентов, та же мобильность, и свобода доследования, это уже как и студентов тычется, так и выкладчиков, это и то же студентское самокирование, это и та же автономия университета, это все те каштовности, на которых грунтуются университеты, без которых у Болонской системе тяжко представить университет, но когда глядишь на нашу систему эдукации, то тяжко казать про все три эти речи, потому что что-то існує и формально існує, то есть студентское самокирование во всех университетах есть, не знаю, вот выбирается,
Але тыя функцыі, тыя вось менавіта каштоўнаснае напаўненне гэтых інстытутаў, яго амаль што не існуе і няма ў нас. Ну, на мой погляд. Ну, вось, спадар Владзімір, 14-15 траўня будзе адбывацца саміт міністраў адукацыі і развіцця. Будзе слухацца пытанне, я так разумею, далучэння Беларусі да балонскага працэсу, а папярэдні быў, як вядома, у 12 годзе, калі нам была Беларусі была адмоўлена. А вось за гэты перыяд часу нешта кардынальна змянілася, і в кантэксце менавіта акадэмічных свабодаў, можа быць, автоматизации университетов, студентского самокирования? Ну, это не саммит министров образования Евросоюза, это саммит министров образования Европейского пространства высшего образования. Да. Это 47 стран, 40, так. Да, включая Казахстан, да. Тоже вполне европейскую страну. Действительно, в 2012 году Беларуси не то что было отказано, а рассмотрение заявки Беларуси было перенесено на 2015 год, вот на этот саммит, в связи с тем, что Беларусь не выполняла некоторые условия для кандидатов. Я сейчас поясню. Есть два условия для приема в то, что мы называем Болонский процесс. Это первое – подписать Европейскую культурную конвенцию. Беларусь это сделала в 1993 году и ратифицировала это. А второе – это соответствовать целям, ценностям и основным направлениям политики Европейского пространства высшего образования. И здесь мы фиксировали, что вот в отношении ценностей Европейского пространства высшего образования, а это академическая свобода, университетская автономия и общественное участие, включая студенческое участие в управлении, вот здесь у Беларуси большие проблемы. Прошли три года, проблемы остались, но решение Европы будет ну, уже ясно, что она практически есть, вполне положительная. То есть Беларусь принимает, несмотря на то, что прогресса вот по этим трем параметрам за три года особенно мы не замечаем. Может быть, немножко по-другому относятся к студенческому самоуправлению, к студенческому участию. По крайней мере, это на уровне риторики звучит. Там Министерство образования создало даже такой общественный студенческий совет. Неизвестно, каким образом он формировался, это загадка. Вот опрос, который мы проводили среди студентов, свидетельствует о том, что студенты не только не знают, как формировался этот совет, но и вообще не знают о его существовании. Но, видимо, для того, чтобы предъявить что-то Европе, этого будет вполне достаточно. Но вот, а что касается университетской автономии, мы просто замеряли уровень развития автономии. Автономия рассматривается в четырех основных аспектах. Это самостоятельность организационная, финансовая, кадровая, академическая. И для нас очень важно, особенно вот организационная, поскольку очень многие проблемы белорусского образования, в том числе связанные и с академическими свободами, они коренятся вот в этой организационной несамостоятельности. У нас руководитель университета, он является единоличным руководителем, фактически другие якобы органы управления или самоуправления они являются такими иллюзорными. Вот, этот руководитель не подотчетен академическому сообществу. Он назначается свыше по согласованию с президентом Республики Беларусь. И это может быть абсолютно любая фигура. Вот у нас наш юрист, просто это такая анекдотическая задача, решал вопрос, может ли быть назначен ректором Белорусского университета, ну, допустим, кот. Да, то есть, в смысле, кошка. Да. И мы пришли к выводу, что в принципе может. Это будет согласовано. Да. Поскольку те ограничения, которые существуют на уровне нормативных актов, они, в общем-то, так сказать, не исключают возможность такого назначения. Вот. И вот это есть один из важных показателей организационной самостоятельности. Ну и на самом деле таких показателей, индикаторов европейских, по которым замеряется, это же ведь не что-то такое расплывчатое, совершенно
конкретное понятие автономии. 30 индикаторов, по которым все это меряется, вот по четырем основным параметрам, так сказать, все это как-то так оценивается. И выясняется, что да, вот мы не можем сказать, у нас нету автономии. Уровень автономии белорусских вузов колеблется от 26 до 10% от, ну, в зависимости от параметра. В любом случае это значительно ниже, чем в европейских университетах. Ну, где-то там далеко не передовики имеют уровень 40-50%. А вот есть пример совершенно замечательный бывшей советской страны, Эстонии, которая стала буквально европейским лидером по уровню автономии университетов. Автономия нужна, потому что, вот как показывают исследования, все успешные университеты обладают высоким уровнем автономии. Вот это очень серьезная вещь, то есть у нас с автономией ситуация плохая, и причем надо сказать, что то, что она плохая, это понимают и многие чиновники, и, собственно, руководители вузов, и они об этом говорят иногда открыто, в том числе вот были парламентские слушания в конце 2013 года, когда просто требовали ясно, открыто децентрализацию управления, без которой просто невозможно добиться успехов. Мы видим, что наша система образования и среднего, и высшего находится в плачевном состоянии. Для того, чтобы что-то изменить, необходимо в том числе и усилить вот эту автономию. Ну и совершенно понятно, это вообще традиционная ценность автономии, но автономия без гарантии академических свобод, это может быть тоже такая, знаете, академическая тирания. Когда коллектив будет там, в общем, так же тиранить, как и какой-нибудь там чиновник. И вот этих гарантий у нас нет, их нет на уровне преподавателей, их нет в отношении студентов. И когда говорят, что такое академическая свобода, ну это просто свобода от страха. Вот только это гарантирует нормальное выполнение своих обязанностей. А исторически, в общем-то, известен этот механизм. Он заложен вот в рекомендациях ЮНЕСКО. Это требование пожизненного контракта преподавательского. На этом стоит, в общем-то, академическая свобода. А у нас он не только, извините, пятилетний в лучшем случае. У нас же ведь даже в сравнении с советскими временами произошли такие достаточно печальные откаты. Вот у нас даже если преподавателя вуза выбрали на 5 лет, это не значит, что контракт с ним будет заключен на 5 лет. По инструкции о замещении должностей профессорско-преподавательского состава ректор вуза имеет право заключать контракт на любой срок. И по истечении этого срока, так сказать, преподаватель может быть уволен. И у нас заключают контракты на год. И в этом смысле человек, который находится в таком состоянии, в состоянии ожидания того, что либо продлят контракт, либо не продлят, он, естественно, не может вести себя адекватно, он не может себя вести свободно. Марина, а ось ви координатор імені моніторингу вправу студентів, і ми справді доволі так часто сутикаємося з різного кшталту проблемами і викладчиків, як от, наприклад, в Городні не так давно було з викладчиками історії, і зі студентами, тим ліку відлученнями студентів після ніяких їх уділів, ніяких громадсько-політичних публічних мероприємств, або на виборах ми бачимо, як працює автономія наших навчальних установ, коли фактично адміністрація воно виступає в ролі організатора виборів, організовує студентам для уділу голосування. Я це відчула на собі, так, дуже добре. І що от моніторинг ваш останнім часом показує в цій сфері? Є ніякі поліпшення чи нема? Ну, у нас є виніки моніторингу за 2014 год, вже ну, такого ось за весь год виніки підведені. І самое главное, что выник, який мы зробили, что да, зараз не отличают кожного и за что за угодно,
і ніяких таких сапраўды палітычных адлічэнняў іх стала менш. Ну, можа, якраз перыяд такі, да, быў, нічога што і выбару як бы не было, да, і як бы асабліва не адлічаюць за нешта іншае, там, за ўдзел у нейкіх партыях, пакуль што яшчэ так больш-менш спакойна. Але што насамрэч значна больш пугае, пачалі са студэнтамі нават праводзіць простыя размовы за тое, што они нават не сябры нейкіх арганізацый, не валантэры ў нейкіх арганізацыях, а пачалі размаўляць проста за ўдзел у нейкіх мерапрыемствах нефармальнай адукацыі, незалежна нават ад тэматыкі. Ну, зразумела, што калі тэматыка будзе пра правы чалавека, дэмакратыю і гэтак далей, то тут як бы 100%, хутчэй за ўсё, ты пасля гэтага прыйдзеш у дэканат і будзеш размаўляць навошта, з кім. Цывільным. Не абавязкова, але таксама. Таксама. Гэта існуе і прыходзяць апошнім часам, напрыклад, прыходзяць на практыку, калі вось студэнт, ён ужо як бы не ва ўніверсітэце, а гэта вось выходзіць за межы, калі студэнт ідзе на практыку, ён там ужо працуе на нейкай фірме, арганізацыі, у нейкім дзяржворгане, і туды ўжо прыходзяць цудоўныя людзі, і з ім размаўляюць, і там ужо студэнту няма куды дзецца. Вось, і гэта насамрэч пугае нават больш за тое, за тыя ж адлічэнні, таму што адлічэнні гэта такое вельмі яўнае парушэнне правоў, акадэмічнай свабоды. І нават калі, ну, зразумела, што адлічаюць там за акадэмічна непаспяховасць, ну, так, але як бы да, грамадству ўсё роўна там зразумела, як бы за што і як і чаму менавіта так. А нават даказаць той же самы факт нейкай размовы і таго, што на цябе ціснуць, і ты пачынаеш там сыходзіць, напрыклад, з арганізацыі, як бы хапае такіх прыкладаў, калі людзей проста вымушаюць сысці з арганізацыі, таму што ім пачынаюць пагражаць, што вось у вас там іспыты, хутка сесія, і ў інтэрнаце вы жывеце, вы ж як бы там не з Менску, напрыклад. І студэнты так вось просто іх актыўнасць становіцца значна менш, нават калі тая студэнцкая рада праводзіла семінары, трэнінгі па правах студэнтаў, некаторыя нам пісалі, што да, вельмі крута, вельмі цікава, але ў вас такая тэма, што мы баімся, што пасля гэтага семінара мы ўжо будзе нам трошкі складаней навучацца ва ўніверсітэце. І па гэтаму, ну вось, пра тое, што мы казалі, гэты нейкі страх, ён вось існуе ў студэнтаў дагэтуль, і як бы сам універсітэт гэта падтрымлівае, таму што ён не аўтаномны, і па сутнасці ён існуе ў тых межах, у якіх існуюць там усе астатнія дзяржворганы, у якіх жывуць грамадзяне, і рэктар не можа там сказаць, што крута, вы там ходзіце на семінары, вы ходзіце на мітынгі, гэта класна, гэта вось вы свае правы чалавека вось якраз рэалізуюцца. Не можа рэктар так сказаць, таму што як бы на агул дзяржаве трошкі іншая рыторыка. І па гэтаму да, ну, як бы маніторынг не паказаў, што там сітуацыя значна-значна пагоршылася, яна хутчэй, ну вось такая, як і была. Нічога асабліва не мяняецца, дзякуй Богу, у горшую сторону, але і лепш, на жаль, таксама не становіцца. Зразумела, спадар Владзімір, ну вось вы сказалі, што хутчэй за ўсё рашэнне прынятае адносна даручэння, да, так, да. І што атрымліваецца, што нягледзячы на адсутнасць нейкіх такіх значных зрухаў у гэтых вось сферах, гэта такі некі кшталту аванс Беларусі, а ці гэта аванс Беларусь адпрацуе, што будзе потым? Ну вот далучыцца да балонскага працэса. Это што нам чакаць? Ну, не хочацца, канешне, быць песімістам, но аснований для аптимізма тоже нет. Я думаю, что, ну, надо сказать, что все-таки какие-то перемены за 3 года произошли, они касаются в значительной степени таких структурных моментов, или то, что называется вот, на языке Болонского процесса архитектурой высшего образования. То есть вот у нас какое-то движение к вот такой трехступенчатой европейской архитектуре идет. Но это, я повторяю, важно для того, чтобы найти более адекватную модель вот, университета в условиях массового образования. Вот что касается ценностей, мы, конечно, можем думать о том, что ну, академия так вот консервативно не хочет, может быть, меняться,
Но в целом, так сказать, вот академики, я имею в виду, так сказать, вот те люди, которые работают в университетах, что они, в принципе, так сказать, вот что-то начинают понимать, и, может быть, со временем там и автономия университетская усилится, и с академической свободой будет лучше, но это же проблема, на самом деле, конфликта ценностей. Проблема не в том, что у нас нет этих ценностей, у нас просто есть другие ценности, вытеснить которые очень трудно. И вот когда мы говорим об этом конфликте ценностей, признать его, это уже было бы очень много. Надо понимать, какие же ценности конфликтуют, что за ценности определяют нашу образовательную политику. И почему вот наша система образования, она так нечувствительна к критике низкого качества этого образования. У нас, скажем, школьники демонстрируют какие-то совершенно, ну, как бы не укладывающиеся в голове низкие результаты тестирования. У нас работодатели крайне недовольны качеством подготовки специалистов. И по оценке Мирового банка Беларусь является чемпионом региона по дефициту компетенций у выпускников. Понимаете? Вот казалось бы, надо срочно что-то делать, а ничего не происходит. А не происходит по той причине, что, по всей видимости, власть по-другому оценивает качество. То есть, видимо, власть устраивает это качество, но надо понять, что оно понимает под качеством. И, на мой взгляд, оно поднимает под качеством управляемость и лояльность. Вот. А это противоположно вот этим ценностям свободы и автономии. Вот в этом смысле, пока не будет признан этот конфликт, и не будет дан ответ, а что же делать с нашими традиционными ценностями и как нам поступать в отношении академических европейских ценностей, до тех пор, я думаю, больших перемен мы не дождемся. Ну, такие вычерпальные. Отказ. Марина, а что вы чекаете? На самом деле, так само багато я не чекаю, потому что няма ніякай сістэмы, ну, умоўна кажучы, прымусу Украіны выконваць тыя абавязкі, якія яна на сябе бярэ, альбо прытрымлівацца тых каштоўнасцяў. Нельга накласці там нейкія санкцыі, ну, так. Напрыклад, вашыя студэнты не будуць выязджаць там у іншыя ўніверсітэты. Такога няма. І гэта вось такі, як кажуць, і пра еўразвяз часам, што гэта такі клуб, да, джэнтльменаў, якія вось прыходзяць і яны прытрымліваюцца гэтых каштоўнасцей, потому што яны, ну, потому што гэта яны, і ім больш для гэтага нічога не трэба, і яны прытрымліваюцца. І пытанне ў тым, што якбы за той час, вось за гэтыя 3 гады, калі нам сказалі, вось адкладаем вашу заяўку, асноўныя вось гэтыя заўвагі, якія былі да сістэмы, яны ніяк не змяніліся. Тая ж выбарнасць рэктару, тое ж студэнцкае самакіраванне, гэтыя заўвагі, яны засталіся, і пытанне ў тым, ці якбы калі мы не змянілі іх дзеля таго, каб уступіць у балонскую сістэму, ці будзем мы, калі ўжо уступілі. Да, ці будзем мы зацікаўлены змяняць іх, калі мы ўжо будзем там. Так. Ну, сябры, на гэтым будзем завершаць нашу праграму. Хацелася б, канешне, спадзявацца, што далучэнне да балонскага працэсу нейкім чынам паспрыяе рэформам і рэфармаванню сістэмы вышэйшай адукацыі, адукацыі ў прынцыпе. Ну, а як оно будзе, жыццё пакажа. Так што да наступных сустрэчаў.